Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о 10 фактах о Рамштайн, которых вы не знали. Поехали! В 2009 году Рамштайн выпустили свой 6-й номерной альбом под названием «Liebe ist Freilieder». Альбом продавался на дисках, на виниле, а также в лимитированном железном боксе, в который входил сам альбом, наручники, секс-маска и 6 фалоимитаторов, которые якобы соответствуют настоящему размеру всех членов группы. Хуев. Короче. Этот бокс продавался крайне малым тиражом по цене 199 евро. Сегодня минимальная цена, по которой его можно купить в интернете, 650 евро. В 2004 году на сайте eBay стартовал аукцион на барабанную установку Кристофера Шнайдера фирмы Staccato, на которой он играл в клипе «Америка». Стартовая цена была 15 тысяч долларов. Помимо барабанной установки, покупатель получал раритетное фото и видео группы. Очень долго искал информацию насчет этого интересного лота, но, к сожалению, мне не удалось узнать, за сколько продали эту барабанную установку. Если кто-то из вас знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно узнать. В 2020 году солист группы Till Lindemann открыл свой интернет-магазин под названием «Доктор Дик». Ну и, конечно, по названию, мне кажется, вы уже точно догадались, что в нем продается. Футболки. Вино под названием «Золотой дождь». Нам, короче, 2 золотых дождя. Да. Да. Золотой дождь нам давайте. 2 штуки. А также вибраторы и много других хуев. Кстати, есть и с автографом Тиля. В каждом альбоме Рамштайн по 11 песен. В одном из своих интервью басист Оливер Риддл объяснил этот интересный факт. При подготовке альбома у нас может быть 30, а то и больше песен, но в альбом войдут только 11. Классический альбом длится от 45 до 60 минут. Когда слушаешь музыку после 11 песен, внимание рассеивается, и последние песни в большинстве альбомов практически никто не запоминает. Поэтому мы решили, прежде чем слушатель выключит нашу музыку, лучше мы выключим ее сами. В октябре 2001 года группа Rammstein была на гастролях в рамках тура Pledge of Alliance и выступала на одной сцене с группами Mudvayne, System of a Down и Slipknot. В середине тура гитарист Paul Landers вынужден был вернуться в Берлин по семейным причинам. Из-за этого на концерте 23 октября группа выступала пятером, а 24 октября в городе Кливленд, штат Огайо, на замену Паулю вышел гитарист System of a Down Даррон Малкиен и отыграл с Рамштайном их концертную программу. К сожалению, видео с этого концерта я не нашел, но пару фоток все-таки мне удалось откопать. Песня «Сонна» из альбома «Мутер» изначально была написана для Виталия Кличко, на тот момент действующего чемпиона по боксу в тяжелом весе, который заявляет, что чем старше человек, тем больше ему лет, когда идет дождь на улице мокрым, и вообще делится с нами многими прочими умными мыслями. Предполагалось, что композиция будет сопровождать выход Виталия на бои. Параллельно музыканты планировали снять клип, в котором вначале слышится музыка, болельщики начинают отсчет от 1 до 9, а на слове «Аус» Кличко появляется в свете прожекторов и движется в сторону ринга. В
момент, когда он уже за канатами, начинается припев, и боксер скидывает перчатки вверх. После того, как Виталий прослушал композицию, он решил, что она для него тяжеловата, и от предложения группы отказался. От супа отказалась. Отказалась. И тут, мне кажется, стоит упомянуть, что вскоре после этого отказа чемпион проиграл титульный бой, который состоялся 1 апреля 2000 года в Берлине, на родине Рамштайн. Напомню, что за всю карьеру у него было только 2 поражения и 45 побед. Отказ спортсмена не помешал плану музыкантов снять клип на эту песню, и в итоге мы увидели совершенно иную версию, в которой они представили нам историю о Белоснежке и 6 гномов. На съемочной площадке был задействован высокий баскетболист, на которого с помощью компьютерной графики наложили лицо Белоснежки, которую сыграла русская модель и актриса Юлия Степанова. Как рассказал в одном из своих интервью гитарист Пауль Ландерс, для клипа было изначально придумано около 40 разных идей. По одной из них участники группы сбрасывают с самолета атомную бомбу на Хиросиму, но по понятным причинам от этой идеи они отказались. 18 сентября 2018 года в Берлине на улице Герштрассе 63 был открыт Rammstein Store. В магазине, помимо широкого ассортимента красивых сувениров, дисков, футболок и прочее, там можно увидеть настоящие костюмы, в которых выступали музыканты, и их многочисленные концертные реквизиты. Мой друг побывал там 3 года назад, привез мне вот эту вот коллекцию фигурок и много других классных сувениров. Для тех, кто также захочет посетить это интересное место, важно знать, что магазин работает только несколько дней в месяц. Ссылку на расписание работы магазина я оставлю вам в описании. Если вы уже оказались в Берлине, то очень советую вам посетить Hard Rock Cafe. Там вы сможете увидеть гитару Рихарда Круспе, с которой он выступал на концертах Live House Berlin, а также записывал альбом Sehnsucht. Помню, когда я посетил это кафе в 2016 году, от этой гитары меня было просто не оторвать, и друзьям пришлось меня выводить оттуда силой, потому что я смотрел на нее где-то полчаса и не мог от нее оторваться. Очень советую вам посетить это кафе. В 1991 году у гитариста Рихарда Круспе и его гражданской жены родилась дочь. Девочку назвали Кира Ли Линдеман. И да, вы не ослышались, у нее такая же фамилия, как и у солиста Рамштайна Тиля Линдемана. До того, как мама Киры начала встречаться с Рихардом, она была замужем за Тилем. И после развода оставила себе фамилию бывшего мужа. Вскоре после рождения Киры, Рихард и ее мама расстались. И девочке дали фамилию Тиля. Сейчас Кире 31 год. Она живет в Берлине и занимается монтажом фильмов и сериалов. В своем интервью газете New Berlin в 2016 году Кира рассказала, что она в хороших отношениях с отцом, а также с самим Тилем. Тот, кто из вас смотрел концерт Rammstein Live House Berlin 1998 года, наверняка увидели эту девочку в песне «Тир», а также она исполнила партию бэк-вокала на альбоме «Мутер». История этого альбома снова оказалась непростой для группы. Государственный комитет по контролю опасного для молодежи содержания признал песню «Их ту дервир», в котором описывается достаточно жесткий вариант садомазохистской любви, как восхваляющий насилие и жестокость. Также одна из фотографий буклета, изображающая Рихарда, бьющего обнаженную женщину, была признана неприемлемой для распространения среди молодежи. В итоге 16 ноября 2009 года группа выпустила новую версию без запрещенной песни и фотографии, а слова содержания этой песни зачеркнули крестиками. И вместо запрещенной песни на альбоме появился 4-секундный трек «Тишины». А теперь итог конкурса, который я объявлял на предыдущем видео, который я рассказывал при концерте Тиля Линдемана в Израиле, вот на этот диск с его автографом. Во-первых, хотел сказать всем, кто участвовал, огромное спасибо. Видео набрало уже почти 5000 просмотров. Для кого-то, может, это мало, для меня это просто дохуя. Огромное вам спасибо за ваши комменты, за ваши лайки. Было очень интересно почитать. И победитель этого конкурса Владислав.
Поздравляю тебя с победой, высылаю тебе этот диск. Твой комментарий меня очень растрогал, очень понравился. Дай бог здоровья тебе, твоей семье и всем твоим друзьям. Всем остальным хотел сказать огромное спасибо за то, что участвовали в этом конкурсе. Ребята, не расстраивайтесь, в ближайшее время я запишу еще один ролик, где разыграю еще один диск с автографом Тиля Линдемана. К счастью, мне удалось с ним встретиться, расписался мне на дисках, на пластинках, на книгах, и с удовольствием разыграю еще один диск с его автографом и подарю его одному из вас. Огромное вам спасибо за просмотр, всем пока!